Выборы, выборы, кандидаты. Здравствуйте, люди добрые. Вы находитесь на канале «Голос правды». И с вами я, его ведущий, Олег Бурылов. Сегодня у меня возникла в голове такая интересная идея, и я решил поделиться ею с вами. Ну, не секрет, что многих людей в нашей стране не устроили выборы президента нашей страны. И многие остались недовольными. Давайте сегодня проведем свой рейтинг кандидатов в президенты Российской Федерации. Свои. Ну, не выборы, но, так скажем, соцопрос. Хорошо. Я долго думал, кого же записать в этот рейтинг. Рейтинг политиков, которые будут, так скажем, претендовать на роль президента Российской Федерации. И все-таки я пришел к выводу, что запишу-ка я всех кандидатов, которые были в 2018 году, то есть 8 человек, и еще двоих человек, которые не были допущены к выборам. Но, тем не менее, я их тоже записал. Все же остальные кандидаты, которые сами сняли свою кандидатуру, то есть, по сути, они отказывались от борьбы, поэтому я их не буду записывать. Что в итоге у меня получилось? Первый кандидат. Я расположил их всех в порядке, так скажем, в алфавитном порядке. Первый. Бабурин Сергей Николаевич. Второй. Грудинин Павел Николаевич. Третий. Жириновский Владимир Вольфович. Четвертый. Навальный Алексей Анатольевич. Пятый. Полонский Сергей Юрьевич. Шестой. Путин Владимир Владимирович. Седьмой. Собчак Ксения Анатольевна. Восьмой. Сурайкин Максим Александрович. Девятый. Титов Борис Юрьевич. Десятый. Явлинский Григорий Алексеевич. Кроме того, я решил еще ввести такой пункт, который в выборах вообще президента, он почему-то не указывается. Я считаю, его надо указать. 11-й пункт против всех. То есть, если вам никто не нравится из этих кандидатов, против всех. В чем суть данного соцопроса, это его новизна, в том, что вы можете записать своих кандидатов. То есть, пожалуйста, записывайте имя, фамилию и отчество. Вернее, фамилию, имя, отчество. Вот в таком порядке, допустим, там. Можете себя записать, пожалуйста. Каждого кандидата буду, так скажем, оставлять в рейтинге. Пожалуйста, можете голосовать за него. Я свой выбор не буду говорить, я тоже проголосую. Но я вам скажу только в конце данного эксперимента, так скажем. В чем суть данного эксперимента? Впервые в истории вы можете проголосовать за одного из кандидатов. Можете проголосовать за нескольких из кандидатов. Можете проголосовать за всех кандидатов разом. То есть поставить лайк. Можете проголосовать против всех. Пожалуйста. Это ваш выбор. Можете записать своего кандидата. Можете вообще не голосовать, если вам не интересно. То есть я предоставляю вам полную возможность. Свобода выбора у вас не ограничена ничем. Все остается только в ваших руках. Все в ваших руках. Пожалуйста, хотите, голосуйте за кого хотите, против кого, так скажем. Ну, единственное, что да, вот против кого нельзя тут проголосовать. Единственное, можно против всех. Дизлайки тут нельзя ставить, к сожалению, YouTube не предоставляет такую возможность. Друзья, предлагаю вам проголосовать. Выбор за вами.